Тр-тр-тр, погнали! С Новым годом, ребятки! Спасибо, что живой. Пишут сообщения ВКонтакте. Отвечаю, ребят, всем, но не всем еще ответил. Вас тоже с наступающим, вернее, с прошедшим. Все запуталось, все перепуталось. В общем, сегодня построим супер легкую базу для начинающих. Итак, для этого нам понадобится фундамент квадратный, затем треугольный и треугольный. Далее мы делаем вот здесь дверной проем. Не здесь, а вот здесь вот. Так вот, здесь мы с вами все это дело закрываем. Готово. Далее улучшу контур, чтобы было видно. Ну, вернее, все улучшаю. Готово. Далее мы с вами берем план постройки. И делаем здесь вот такую вот крышу. Придется закрыть. Будет темно. Дальше выбираем половину стены и застраиваем вот таким вот образом. Так. Застроили, пока здесь не закрываем. Запрыгиваем. И улучшаем. Так, отлично. Готово. Далее давайте мы с вами, наверное, расставим наши предметы бытового содержания. Это будет workbench первого уровня, шкаф, стол исследований поставим и печи. А печи мы ставим вот сюда вот. Раз, два, три печи. Ребята, вот сюда вот. Должно поместиться. Так, одна печь. Вторая. И третий готов. Здесь мы ничего не закрываем. Здесь у нас будет проход наверх. Я покажу сейчас вам. Далее ставим дверной проем. Так, где моя киянка? Вот она. Здесь, конечно, закрыть надо. Вот таким вот образом. Закрыли. Берем workbench. Сначала, наверное, шкаф давайте поставим. Максимально прижимаем его к стене. Иначе у нас workbench не поместится. Так, 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 так. Пока светло на улице. Вот так. И workbench должен поместиться. Так, вот он, да, помещается. Найс. Ха-ха, впихнул я все-таки его. Можно выходить и заходить. Далее берем большой ящик. Готово. Ставлю его вот сюда вот. Смотрите, как подходит идеально. Видели? Вот так вот. Далее беру спальник и ставлю вот сюда вот его. Один спальник и, по идее, должен полезть второй. Еее, получилось, ребят. Очень компактная и классная база, но это еще не все. Далее мне нужно подняться на крышу. Так, давайте поднимемся наверх. Вот так вот. И ставлю здесь я... Зачем вы думали, мы вот эти стены поставили? Затем, чтобы поставить потом треугольный фундамент. Вот такой вот. Даже не фундамент, а как крыша. Улучшаем. И с этой стороны я делаю то же самое. Вот так вот. То бишь, без этих стен низких мы бы сами не поставили. Далее я скрафчу еще пару ящиков больших. Надо залезть наверх нам. Так. Опля. Ух ты, так, с дома уже не залезть. Придется подниматься наверх. Ладно, это недолго. Опля, залезем наверх. Побыстрее все это делаем. Так. И выбираю теперь вот такие ящики. Поворачивать их на R, если кто не знал. И вот сюда вот ставлю. Сначала один ящик. Максимально прижму его к той стене. Вот. И второй, но не знаю, полезет второй или нет. Сейчас проверим. Ох ты, второй лезет. Вы гляньте. Найс, готово. И осталось поставить нам только стол исследований. Вот сюда вот он ставится. Ага, есть. Но немного будет торчать. Но это ничего. Закрываем нашу крышу. Так, опля. И здесь застраиваем уже стеной. Готово. Готово. И застраиваем вверх. Вот будет торчать. Можно открыть, конечно. Я думаю, к вам сюда никто не запрыгнет. Ну и практически готово. Давайте дверь поставлю. И замок, как положено. Спускаемся вниз. Где наш вход? Вот он. Ставим замок. Так. Готово. И крыльцо, наверное, мы с вами не сделаем. Низко больно. Да нет, в принципе, можно. Ну что, как всегда, приглашаю домой. Welcome, смотрим. Заходим. Сюда также дверь поставится. Вот так вот все выглядит. Workbench первого уровня, шкаф. Ящик, три печи и доступ есть у нас к столу исследований и к ящику. К первому, а вот ко второму, наверное, и не подлезть. А не, можно, вон я подпрыгиваю, вижу его. Вон он, да, можно ухватиться. И все, вот такой вот был дизайн, как положено, сюда дверь ставим. Все поставилось, спальники не мешают.
Окей, на, все получилось, и ждите новых видосов со строек.